Артисты детского дома «Виктория» представили премьеру спектакля «В доме престарелых. Когда наступит Пасха» по мотивам детской сказки «Волшебник изумрудного города». Представление подготовили совместно с Владикавказской Аланской епархией. Для воспитанников детского дома это первый подобный опыт. По словам актрисы Остинского театра Фатимы Пагиевой, которая помогала ставить спектакль, дети с большим удовольствием принимали участие в репетициях и даже предлагали свои идеи. Все гости высоко оценили творчество детей. Готовили спектакль в течение месяца. За это время у участников возникло желание поставить совместный номер с артистами «Дома престарелых». Напомним, они тоже совсем недавно представили свою премьеру. В планах у Фатимы Пагиевой и команды помощников организовать большой инклюзивный фестиваль. Ресурсы и возможности есть, отметила актриса. Артисты, которые «Дома престарелых забота», они с удовольствием вручили премьерные цветы новоиспеченным артистам, поздравили с премьерой, с напутственными словами. Это было так приятно, когда старшее поколение наставляет младшее. И мне кажется, то, что мы сегодня вот такой мостик наладили между заботой и между Викторией, это очень полезно для, как и для взрослых, так и для маленьких. А вот